На території, яку обслуговує Покровсько-Селидівський військкомат, зараз мешкає кілька сотень громадян, які проходили службу в АТО і мають відповідний статус. Чимало таких і у самому Покровську. Законом передбачено надання низки пільг, у тому числі і у медичній галузі. Если они приходят на прием в поликлинику любую, либо в амбулатории, у нас это наши амбулатории, у них должно быть право в неочередного посещения доктора. Доктор также должен его осмотреть и назначить ему соответствующее лечение и обследование. Для таких людей, для вот этих вот наших участников, значит, для них предусмотрено то, что все лечения, которые они должны получать у нас, они должны получать по бесплатно, то есть это за счет наших местных тех денег, которые выделяются. Кроме того, они имеют право первоочередного бесплатного зубопротезирования. До того ж, такі люди мають право на отримання безкоштовного санаторно-курортного лікування. Але це стосується лише бюджетних медичних закладів, тобто міських лікарень та амбулаторій. Те анализы, которые мы проводим в условиях наших больниц, это и центральная районная больница, и городская больница города нашего Покровска, и та же больница в городе Родинская, эти анализы у нас проводятся бесплатно. Но если человеку необходимо проходить какое-то обследование за пределами именно наших этих медицинских учреждений, если это частные лаборатории, там, извините, это уже мы не подвластны, і там вони повинні проходити за определену оплату. Водночас медики говорять, вони й поняття не мають, скільки точно атошників можуть претендувати на таке лікування. Бо останні не приходять до них і не стають на облік. Або не дозволяють працівникам військкомату передавати свої дані третім особам. Я отою, пользуюсь случаем, еще раз хочу обратиться ко всем демобилизованным участникам боевых действий, кто не против о том, чтобы мы давали их данные третьим лицам для их же блага, для получения санаторно-курортных путевок, для бесплатного зубопротезирования, лечения, получения медикаментов, земли, ну и тому подобное, там пенсионные какие-то вопросы. Пожалуйста, пусть приходят к нам в военкомат, заполнят один бланк это заявление, и тогда у нас будет возможность конкретно, четко работать с местными органами, которые оказывают им помощь в разностороннем порядке. Нагадаю, аби військовий, який захищав батьківщину в зоні АТО, мав право на отримання пільг, він повинен пред'явити документ, який підтверджує статус учасника АТО.